Этого события ученики школы номер 3 ждали. Наконец-то они попали на базу аварийно-спасательного отряда Щелковского центра гражданской защиты. Приехали сюда, чтобы пообщаться с людьми важной, нужной, но опасной профессии. В среду, в Марусин день, как это называют сами юные гости, их ждала насыщенная программа. Название экскурсия получила благодаря талисману спасателей. Сама Корги Маруся в этот день отсутствовала. Даже четвероногим иногда нужен отдых. Но без внимания пушистых Корги гости не остались. В этот день их привет. Лилуш. Экскурсия запомнится ребятам надолго. Спасатели всегда готовят интересную и насыщенную программу. Здесь школьники могут лично пообщаться с людьми, чья профессия связана с риском для их собственной жизни ради спасения других. Общение – это всегда теплое. Всем известно, в Щелкове работают самые сердечные спасатели. Им не безразлично, насколько хорошо школьники знакомы с правилами безопасности, смогут ли оказать первую доврачебную помощь попавшему в беду. Вот и первое задание было связано со спасением пострадавшего – одна из новинок в программе «Марусиного дня». Команда из 3 человек под чутким руководством профессионалов проникает в задымленное помещение, находит пострадавшего и эвакуирует его. Отвлекаемся, девчонки, вы со Скаром, слушайте его команду. Погнали. Переживать не стоит, потому как для инсценировки используется дым-машина. Опасность никому не угрожает. Выполняя задания, школьники могут прочувствовать на себе, насколько это сложная работа, а также проявить настоящий командный дух. Со стороны видно, ребята очень сосредоточены, с заданием справились. Теперь пора поделиться впечатлениями и сделать выводы. Первые мои ощущения были, ну, сосредоточенность на задаче. Профессия у них, да, тяжелая и, ну, в некоторых случаях приходится сильно рисковать, чтобы спасти человека. Словом, работа не для слабаков. Во всех смыслах. Здесь нужно и физически быть крепким, и духом не падать даже в самых непростых, экстремальных ситуациях. Залог выносливости в усердных тренировках. Вот и спортивная часть программы для школьников уже традиция. Здесь и парни, и девушки вновь проявили себя активно. Одно дело наблюдать, и совсем другое – принять участие самой. Поворачиваю тебя, застегну. Ох, тяжелая. Ну что, проверим, на что я способна. Она блеет. Давай. Давай. Головой отрази. Тяжеловато в нем бегать-то. Представляю, что ощущают люди, которые носят этот костюм в течение нескольких часов. Однако до конца понять спасателя, пожалуй, может только спасатель. Одно известно наверняка – это отважные и смелые, крепкие и выносливые, умные и без исключения добрые люди. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.